Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons, соедини драконов. И сегодня у нас среда, когда мы получаем все призы и награды за неделю и получаем главный сундук логова. Вот он уже меня ждет, как вы видите. Нажимаем получить и забираем награду в лагерь. Вот она. А пока вначале давайте разберем все призы и награды, что я собрала на этой неделе. Итак, как вы видите, я дошла до последнего, 50-го уровня в звездных заданиях. Самого-самого последнего. И получила вот эти вот все призы и награды, которые у меня складировались вот тут. Вот давайте с них и начнем. Это вот сундук за звездный ранг 10-го уровня. Посмотрим, что в нем есть. Так, тут у нас много-много денежек. Вот так вот, 25 тысяч сразу. Страж Сфинкс опять. Сейчас он мне еще звездочку даст. И вот такое деревце и два гнезда с яйцами звездного дракончика. Давайте мы их пока разберем. В первом гнезде у меня 4 яйца. Так, сейчас я 5 сразу соединю. Как вы видите, вчера начался привальчик. События в лагере. Остановитесь на привал в лагере. Я быстренько расскажу, какие тут призы у нас на этот раз. Растущее драконовое дерево, бутоны призменных цветов 2 уровня, грибы-синебрюшники 5 уровня, ежедневный сундук вот редкий, в котором фрагменты супер-яиц находятся, водопой 5 уровень, взрослое светящееся драконовое дерево, прекрасный храм Дзен 3 уровня, который тоже дает 3 яйца, золотой побег 2 уровня. И вот новенькая, детеныш бесподобного дракончика 2 уровня. И детеныш Сиба дракона 2 уровня. Вот каждое нажатие на предметы, на фруктовые деревья, на гнезда с яйцами. Вот видите, я уже набрала очки и вот получила очередной приз. Мы тоже одновременно потихонечку пройдем. Вот я сюда складываю то, что мне не нужно. Так, есть, яйца собрала. Следующий открываем сундук. Вот, смотрите, целых 2 еще сфинкса. Сейчас еще яйца получу. Посмотрим, сколько мне их, в общем-то, дадут. Так, дерево мне такое не нужно, я его убираю сразу. Так, яйца вот такие у меня еще есть. Я получила, прошла полностью еще сезонные события. Дикие сердца, как вы видите, вот получила все призы, вот все внизу призы с галочками, все их получила в лагерь. Сейчас буквально сезонное событие проходится за пару дней, за 2 или за 3 дня я все эти призы собрала. Теперь могу целый месяц отдыхать. И вот один из призов был как раз вот яйца, вот я могу их посоединять, вот у меня даже целых 4, как мы видим уже, стража. Так... яйца. Жалко, чтобы больше звезд. Так, что у нас тут еще? Нам не медвежонка дали, еще топиарчик в виде медведя. Топиарчики я сюда складываю. Вот, могу еще яйца посоединять. Видите, в данный момент я, так как сундук логова забрала, то вот потихонечку, когда я соединяю яйца, то я получаю очки для того, чтобы собрать сундук логова на следующую неделю. Как я вижу, уже Лана набрала 4900 очков, лагерь 2812, 4283 очка, Оленька набрала лагерь 0707, 1444 очка. Нам всем остальным осталось набрать 50 очков всего, чтобы следующую неделю получить сундук 5 уровня. Да? Сейчас практически все активные игроки в моем логове и все получают этот сундук. Так, пошли дальше. Вот, еще 5 яиц звездного дракончика. И откроем еще. Так, о, норку мне дали, кстати, 3 уровня. Вот такая норочка. У меня норки все вот здесь собраны. Так, я пока ее вот сюда куда-нибудь отправлю. Так, так, так. Вот такой сундучок у нас. И еще 2 сфинкса. Замечательно. Итого у нас их уже вот сколько. Сейчас она звездочки даст. Я смогу их тоже посоединять. Вот она там, звездочка. Так, так, так. Вот сундучки. Давайте 5 соединим.
И еще яйца получим. Так, раз, два, три, четыре. Жалко, что я дошла уже до 50 уровня. Сегодня, кстати, написали в комментариях к видео, что у кого-то с 50 уровня 45 на 10 упал. Я говорю, я бы обрадовалась, если бы у меня звездный ранг упал на 10, что я смогу опять с 10 до 50 дойти и собрать снова в 100 все эти призы. Это же замечательно просто. А человек так расстроился, я понимаю. Я говорю, не расстраивайтесь, у вас такая возможность есть. У меня, видите, как 50 ранг набрала, так вот и стоит. И все теперь с ним. Так, вот еще. Так, 5 яиц. И еще 5. Вот так, еще одно яйцо осталось. Так, что у нас тут пока собирается? Звездочки, звездочки. Так, 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 раз, два, три, четыре. Так, у меня вот тут вот звездочки, я могу их тоже вот пообъединять, потому что они нам тоже пригодятся, как вы видите, чтобы привальчик. Вот по два раза можно нажать на звездочки и объединить. И четвертого уровня вот у меня звезды получаются. Есть сундучки, монетки можно забрать. Спасибо. Так, давайте дальше будем призы открывать. Так, есть. Смотрим еще. Это что у нас? Это награда событий. У нас было событие на этой неделе, выходные. И вот тут у нас феи-дракончики. Так, это опять награда за звездное задание 10 уровня. Еще 3 сундука. И может быть места нету нам открываться. Ну, давайте. Так, деревья вот такие теневые нам тут дают. Стоп, стоп, стоп. Вот еще яйца разберем. Сейчас будет место, все будет в порядке. Так. Вот, еще 2 сундука. Слушайте, ну давайте я 5 сундуков соединю. Это 6 уровня сундуки. И получу 2 вот таких сундуков со звездами. Ну, отлично, хорошо. Так. Еще сфинксы у нас. Ох, какая красота. Так, пока этот сундучок отправим вот в такую вот сферочку, чтобы он нам не мешался. Так, что у нас тут бежит? Спасибо, не надо мне такие предложения. 4. Да-да-да, лети, 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 красавчик. Звездочки, да, сфинксы дают. Сейчас я на них тоже могу понажимать. Вот так. Вот. Монетки, как вы видите, пособирать, цветочки. И еще у меня такие 2 звезды. Теперь вот эти могу открыть, сундуки маленькие, там ничего особенного нету. Так, яйца. Есть 4 яйца. Так, яблочко не надо нам. И 2 вот таких сфинкса красивых. Так, вот еще целых 3. Вот это да. Сейчас яйца соберем. Так, где у меня тут такое еще яйцо? Так, говорит, сфинксы говорят, а куда нам звездочку? Сейчас будет вам место для звездочки. Не переживайте. Вот раз, два. Сейчас я вас тоже пообъединяю. 3. Отлично. Вот теперь я могу 5 их объединить. О, еще 2 собачки получила. Так, так, как-нибудь. О, еще звездочки сейчас дадут собачки. Итого у меня вот 4 собачки таких. Сейчас тоже их потом объединим. Так, теперь мы откроем. Вот, смотрите, я уже получила ежедневный сундук. Замечательно. Так, открою его. И там, как вы видите, есть фрагмент супер яйца. Фрагмент супер яйца. Я его сюда вот отнесу. У меня уже таких 3. Есть. О, звездочки там, как обычно. Вот, звезды складируем. И объединяем потом звездочки, звездочки. Так. Что мы нам тут еще яиц дали, да? Раз, два, три, 4. Вот так я по 5 объединяю.
Ну что ж, давайте откроем еще один сундук. Тут еще 3 сфинкса. Замечательно. Сейчас 3 яйца получим. Давайте так подождем звездочки, пока они дадут. Ой, сколько тут места надо. Вот еще одна звездочка. Вот, уже 5 звездочек. Сейчас мы их понажимаем. А, говорит, места даже нету. Сейчас будет вам место. Сделаем место вам. Вот еще. Так, вот эти звезды можно понажимать по 2 раза. Так. И объединить 5 звезд. Отлично. Так, так, так. 4, 5. Вот так вот. Теперь я могу вот эти звезды объединить. Сейчас, секундочку. Так, так. У меня сколько 4 уровня? 1, 2, 3, 4, 5 как раз. Так, сейчас я их заберу отсюда. Вот так. 4, 5. Есть. Давайте понажимаем 2 разика. Места, говорит, нету. Хорошо. Сейчас будет вот так. Так, опять, говорит, места нет. Сейчас сделаем место. Вот так. Это можно удалить все лишнее. Вот. Отлично. И теперь, когда я по 2 раза понажимала, теперь мы можем получить 2 звезды 5 уровня. Вот, 2 звезды 5 уровня. Поставим их вот сюда пока. Так, я пока так закрою, чтобы у меня места были для работы. Так, спасибо, спасибо. Вот у меня еще. Так. Цветок классный. И вот у меня опять 3 звезды 3 уровня. Хорошо. Так, 3 звезды. И вот тут 4, если что. Так, ну что, сфинксы мне звездочки понадавали? Все? Или еще нет? Так, спасибо. Давайте мне вот мои маленькие дружки, дракончики, не замусоривайте мне местечко. Сейчас мы разберем еще гнезда. Ой, сколько тут объединилось сразу, там не заметила, что они были. Вот 5. И тут еще 2 осталось, я так понимаю, в гнезде 2 яйца. Так, ну что, сфинксы все нам, да, дали. Вот еще дайте звездочку. Подождем. Я хочу объединить этих собачек еще. Все, все звездочки отдали. Могу объединять теперь их 3 вместе. Вот. Еще одно яйцо. И звездочку хочу дождаться. Ну, будет, не будет, будет, не будет звездочка. Так, подождем немножко. Вот он дал звездочку. Есть, есть собачки. Теперь мы объединяем 5 собачек и получаем 2 таких вот классных. Орла. Вот, тоже яйца из них получила. 5 могу объединить. Вот, тоже должны, наверное, звездочки дать. Да, вот, подождем. 4. Так, я могу эти 2 цветка оттуда забрать. Объединить, пока вот здесь у меня 5 есть. Так, отлично. Так, 1 орел, 2 орел. Как вы видите, следующий будет уже мифический Огу-Пога. Но дело в том, что у меня такое уже есть, поэтому я их буду, скорее всего, продавать. Так, здесь у меня 5 звездочек опять собралось. Сейчас я вот на них понажимаю и объединю. И теперь вот эти 5 тоже. Сейчас. Вот так все время мы. Так, по разу прошла. Еще по одному разику. Вот 2 раза можно нажимать. Они не исчезли. Вот, объединяю. Теперь 4 уровень у меня.
И третий. Вот так вот. И вот так вот. Так, я так понимаю, что это все. Сейчас, нет, там еще есть сундук. Так, это деревце у меня события. Оно мне не нужно, я его продаю. Вот еще у меня тут есть два сундука еще 10 уровня. Вот. Здесь даже целых 4, как вы видите. Так, у меня полно собралось. Так, есть, говорит, тратьте монеты. Монетки мы сейчас быстро потратим. Это мы купим яйца. Яйца вот эти вот. Сейчас, секундочку. Вот, природного дракона. 2, 3, 4, 5. Вот, быстренько. Чинч. И потратили. Есть. Так, это мы сделали. Вот опять нас звездочками закидали. Так, 4 целых сфинкса. Куда бы нам тут, куда бы обратиться, чтобы получить немного места? Я примерно предполагаю, вот куда вот открыть вот это вот. Вот эти маленькие сундуки, они никуда не годятся. Мы можем смело их открывать. Вот так вот. И туда вот что-то убрать. Вот так вот. Раз, два, три. Еще должен четвертое еще дать нам. Два яйца. Ой-ой-ой. Так. Все, говорит, вы уже набрали 50 очков, уже не начисляются, уже сундук следующего, следующей недели уже собран. Спасибо, спасибо, ничего страшного. И еще мы откроем. Кстати, вот здесь у меня уже 5 сфинксов собралось. Сейчас я посмотрю, все ли нам звездочки надавали. Так, что у нас тут в призах? О, смотрите, что мне дали. Роскошную бутылку с духами. Вот она еще. Это хорошо. Мы сможем еще один фонарик сделать. Так, я просто хочу убедиться, что я все звездочки получила. Все 5. Так, вот этот мне еще дал. Есть. Давайте 5 соединим. Вот еще яйца. И звездочки. Хочу дождаться от вас. Красавчики вы мои. Так, так, так. Подождем немножко. Вот звездочка есть. Вот так вот. Вот эти звездочки сюда. Уже 4 будет. Есть. Так. Вот какие здесь красивые цветы у нас собираются одновременно. Так, раз, два, три. Вот такие 2 сундука я вижу. У меня, по-моему, такой один внизу еще есть. Нет, вот они. Раз, два. Да, я хочу соединить сейчас вот зелененький. Вот так вот. Так, все, звездочки дали. Теперь у меня 2 такие вот еще собачки. Цербера 2. 2 цербера. И вот такой сундук. Еще такая маленькая звездочка. Еще вот этот он нам не дал. Вот по яйцу. Вот могу еще 3 объединить в собачку. Сейчас еще. О, я уже пруд получила. Ну вот пруд мне сейчас самое то с моим местом. Так, 2 яйца. Потихонечку пройдем и события в логове. Так, давайте место для пруда найдем. Пока мы тут вот играем, вот я могу его сюда куда-нибудь поставить. Так, есть. Вот нашла местечко для пруда. И вот тут вот соберу, чтобы золотые семена могли у меня куда-то. Вот. Видите, золотые семена дает мне как раз-таки. Как раз-таки мне дают все это вода, все пруды. Так, все, яйца дали собачки. Давайте объединим опять собачек. Вот еще пару яиц.
И вот получим нашего Ого-Пога, как я понимаю. Видите, дошли до Ого-Пога. Сейчас только вот эти яйца тоже подберу. Вот так. Вот. Есть. Тоже нам еще звездочек дадут. Одну звездочку. И давайте вот еще одного получим. О! И смотрите, даже Громлина нам выкинул. Вот такой Ого-Пога и такой Громблин. Громблина я куда-нибудь сюда поставлю, он у меня уже не первый. Вот, красавчика такого оставлю. Вот, мне тоже еще одна звездочка подарили. Вот у меня такой Ого-Пога, он уже один есть, как вы видите, вот, для красоты. Поэтому этого я могу смело продать. Ну вот, продам. Так, что у меня тут? Очистимся от звездочек. Вот так, чуешь? Вот эти мелкие сундучки сейчас соберу. И вот эти тоже. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Так. Вот. Четыре звезды у меня есть. Теперь еще третьего. Нет, четвертого уровня. Четвертого уровня у меня есть звездочки. Великолепно. Так. Эти цветы сюда. Вот местечко у нас свободное есть. Еще у нас вот тут гнездо спряталось. Еще одно гнездо. И давайте дальше пойдем призы теперь разбирать. Вот такие вот у нас гнезда. С яйцами дракона Крока-пирога. Это событие как раз-таки выходного дня. Кстати, я смогла получить только призы. Награды, особые награды за 10 звезд я не получила, потому что я в событии совершила одну ошибку и не смогла открыть все земли. Забыла открыть одно поле, а потом уже было поздно его открывать. Поэтому я только за очки смогла получить все призы. Вот такие вот драконы Крока-пироги тоже. Посмотрите, какая красота. Так. Вот таких два еще яйца. Это за звездное задание. Вот, и могу объединить их 5. Есть. Вот горгульки. Дракончики-горгульки. Дальше два. Так, одно гнездо. Это мне, по-моему, дали за какое-то тоже за звездное задание. За звездное, да, дали мне задание. Такое одно гнездо, потому что за событие будет несколько таких гнезд. Так, травяной сюда. О, звездочка еще. Громлин дал еще звездочку одну маленькую. Ну, маленькая звездочка вряд ли мне так, наверное, пригодится. Так, 5. Так, колючий 3. Вот, сколько яиц мы тут насобираем. Так, 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 так. Следующий приз у нас. Еще таких. Вот это за события. За события задания. В каждом примерно таком гнезде до 20 яиц. Вот. Так, раз, два, три. Четыре. Вот бабочки 2 яйца. Так. Вот сюда. Бабочки 2 яйца. Смотрю далее. Так. Вот второе яйцо. Угу. Так, 5 здесь уже собралось. 3, 2, 4. Зелененький. Вот я вижу, третье травяное у меня есть яйцо. Вот пройдя задание, вот это событие, я имею в виду, можно, видите, сколько яиц получить в свой лагерь. Это же здорово. Так. Есть. Лишние яйца сюда вот складирую, чтобы они мне не мешались. И вот еще одно. Так.
5, 5, 4, 5. И вот осталось одно такое, два таких вот яйца пускай будет. Следующее, что у нас тут? Феи-дракончики. Феи-дракончик барокко. Дальше вот такое деревце. Это за выполнение... Вот, кстати, оно пятое у меня. Да. Это за звездный ранг. За звездный ранг нам тут дали такую красоту. Так, сейчас мы тут немножко... Надо постоянно поддерживать порядок в лагере. Видите? Иначе, чтобы места у нас были свободные. Тут дракончики работают. Все тут делают нам. То, что нужно и не нужно. Так, дальше. Вот такой вот классный сказочный грибной домик, который нам вот дает такие вот фиолетовые грибы. Их можно в эпические синие грибы собрать. Раз в недельку примерно он даст его, и можно собрать вот такие грибки. Вот. Можно для красоты оставить. Так, такой гриб у меня уже в лагере есть, вон он слева стоит. Поэтому я смело могу его продать, когда он мне даст вот такие вот яйца, 4 яйца. Сейчас посмотрю, есть ли у меня сказочное яйцо, такое сказочного дракончика, может быть, где-то на складе. Вот оно есть как раз-таки. Это хорошо. Я могу тогда 5 объединить дракончиков. Вот. Так вот. Сейчас осталось нам еще вот один приз. Вот, феи дракончиков яйца. И мне дали еще фонарик. Кстати, я фонарик не буду доставать, потому что пускай у меня в пузырике один фонарик останется. Я сейчас сделаю еще один фонарик. У меня они уже в лагере есть. Вот сейчас вот. Пускай здесь у меня останется такой красивый фонарик. Это мне тоже за звездное задание дали. Сейчас. Вот у меня тут есть еще вот такие 3 колбочки. 1, 2, 3. Ой, кстати, мне дерево предлагают купить за 43. Возьму. С удовольствием за 43 возьму. Так, эти яйца мне тут еще отскакивают сюда. Так, вот я объединю сейчас. Получу вот такой фонарик. Вот. Так как у меня в лагере уже есть фонарики, вот я могу объединить, получить еще одну такую розу и вот соединить. И теперь у меня в лагере снова есть вот такая роза. Куст спектральных роз последнего уровня, который у меня уже, честно говоря, был. Но я его случайно продала. И теперь мне удалось снова его собрать. Вот так оно бывает. Понимаете? Вот бывает, случайно нажмешь в лагере и продашь. Вот так вот. Все, все призы, награды я разобрала. Ведь особых наград у меня за прохождение 10 звезд нету. Так как я говорю, что не смогла получить. Сделала ошибку в событии на этих выходных. Давайте разберем теперь сундук. Вот этот вот. А, подождите, не будем места пока забирать. Я еще вот эти сундучки не разобрала. Пыльных кроликов. Сундучки пыльных кроликов. Я 2 только смогла получить на этой неделе. И тут у меня, как вы видите, 2 яйца пыльных кроликов. Только 2 яйца. Листики. Вот этот листик мне нужен. А вот этот мне росточек не нужен. Ну что ж, оставим яйца пыльных кроликов. Пускай они здесь будут. Потом я посмотрю, что у меня там есть. Золотые семена на место. Сюда. Вот у меня листик. Золотые семечки. Так, теперь разбираем сундук, наверное. Так, вот еще. Видите, пока мы время проводим, у меня как раз золотые семена производятся. Так, а могу ли я норки соединить? Да, норки уже не могу соединить, уже у меня соединены. Есть. Ну что ж, открываем, давайте. Открываем. Есть. Так, вот у нас тут 16 обычно премиальных яиц. Как вы видите, предметы. А куда предметы у меня делись? Я только вот камушки я вижу, они мне не нужны. Я их сразу же убираю. Так, вот 3 гриба.
которые мне не надо. Так, вот такие классные яйца. Надо будет посмотреть, что у меня есть, объединить. И гнездо с яйцами логова, да, дракончика логова. Вот еще два осталось. Есть, это я объединила. Теперь давайте пойдем, как всегда, объединять. Давайте будем объединять яйца и смотреть, сколько у нас получится яиц второго класса. Если, конечно, получится вообще гнезд второго класса. Вот эти цветы я могу сюда принести, тоже объединить. И у нас будет побольше места опять. Так, это надо на место поставить. Вот так как-нибудь. Вот. Есть. Местечко есть. Поехали. Поехали. Давайте выйдем тогда на карту мира. И мне нужно, как вы помните, зайти в настройки и поставить, чтобы у меня было соединение яиц по 5 только. Так, вот сундук надо забрать. Есть. Заходим снова в лагерь. И смотрим, сколько у нас будет соединений на этой неделе. И будут ли гнезда второго класса. Так, вот у нас тут. Еще тут яиц немножко. Немножко-немножко зелененькая. Так, все разноцветные. А вот есть такой вот. А, теперь я по 3 не могу соединять. Ну ладно. Итак, 19 соединений в драконьей книге. И давайте будем смотреть сказочные 5 соединений первого уровня. Вот тут видно, какие они вылетают. Можете смотреть, как они меняются. Так, дальше смотрим. Пролистываем всех дракончиков. Драконы логова. Первый уровень. Звездные, конечно же, многом получили. Больше, так я понимаю, звездных не получу. Надо будет в магазине посмотреть, есть ли яйца звездных дракончиков. Так, еще первого уровня могу объединить. Еще первого уровня. Много мы получили в конечном итоге. Гнезд этих драконов, еще первый уровень. Еще. Есть еще. Вот сейчас вы увидите, сколько максимально их можно было получить, пройдя все 50 уровней звездных рангов. Второй уровень. Теперь соединяем еще второй. Третий я могу 5 соединить. О, какие летающие. И четвертый. Вот второго класса получим. Первый и второго класса. Это как раз были у нас звездные. Так, и получается вот сейчас одно гнездо и второе. Супергигантские драконы. Так, есть. Вот, 6 яиц в первом. Так как я не понимаю, почему нажатие... А, вот, 990 очков должны же засчитываться. Посмотрите, нажатие на гнезда второго класса не дает теперь очки для, вот, для привала в лагере. Это что-то новенькое. Каждое было нажатие 900 очков раньше. Или, может быть, это только этот дракон не дает? Проверим. Так, есть. Получили. И вот они у нас вот так вот собрались. 7-й и 8-й уровень у меня получился. Могу 1-9, в принципе, получить. Ладно, идем дальше. Феи-дракончики, первый уровень. Или это новые какие-то изменения, что теперь не будут давать за драконьи нажатия на гнездо второго класса. Такие повышенные очки прямо. То есть не считаются они, как вы видите. Так, вот феи-дракончиков. Гнезда второго класса. Вот здесь хоть поздравление есть. Поздравляю, создано гнездо второго класса. А на звездных драконов не было этого объявления. Не было поздравления. Сейчас проверим.
А, вот, видите, тут пошли вот засчитываться очки. Что-то вот именно со звездами вот этими. Спасибо, вот это дерево мне не надо, я его продам. У меня такие на складе даже есть. Так, в первом гнезде 4 было, а во втором 6. Ну, отлично, всего 10, значит. Мне чуть-чуть осталось, чтобы следующий приз получить, как вы видите. Так, мы можем здесь соединить дальше что-то 7 уровня? Нет, не можем по 5 соединять. Давайте тогда будем смотреть дальше. Крокопироги. Первый уровень. 5 драконов у меня есть. Так, такие забавненькие. И что-то еще. О, 2 класса получим. Крокопироги. И у нас ожирычного. Обжорного какого-то ожирычного дракончика гнезда. Вот тоже. Так, храм получили. Сейчас храм нам тоже даст яйца. Сейчас подождем немножко. Вот он даст нам 3 яйца. И после этого я могу его продать. У меня таких храмов много. У меня, по-моему, есть вот еще. Нет, нет, где-то еще. Вот 4-е яйцо. Сейчас посмотрю, может быть, 5-е сразу есть. Аккуратненько посмотрим. Нет, это деревянный как раз-таки. Деревянное яйцо. Нету, нету. Жалко. Жалко, 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 жалко. Ну ладно, пускай пока стоят. Так, что у нас тут? 4 в первом месте. Ожирочного дракона. И 3. И 4. То есть всего 8 у нас получилось. Я могу здесь объединить их. Вот. Еще одного дракончика. И дальше что-то еще могу. 7 уровня соединить. 5 драконов. Есть. И теперь у меня жирычные 5 драконов. 8 уровня. Тут есть 4 дракона 8 уровня. Смотрим следующее соединение. Бабочки. Первый уровень. Есть. Второй. Бабочки очень красивые, кстати. 3-й. Ой, я Так, не то. Это уже дружественный дракончик. Куда-то я перескочила. Где у нас были бабочки? Вот они были. 3-й уровень. 5. 4-й. И получаем чарующего дракончика яйца. Ну, смотрите. Хоть не так я много заработала на этой неделе, но тем не менее что-то у меня собралось. Что-то собралось, чтобы я могла получить. Так, опять 4. В этот раз у нас цифра 4. О, золотой побег получила. Это здорово. Золотой побег, это хорошо. Куда же мы тебя отправим? Вот сюда, к побегам. Давай, становись там. Так, вот 5. Яиц. Раз. Первое гнездо. И 4. Так, это не те. Сейчас я посмотрю, нету ли у меня такого дракончика. Яйца наверху. Сверху. У меня 2 класса яйца. Вот они. Во-во, вот тут вот. Я отдельно их так складываю. Уже в один ряд не влезают. Вот, могу еще 5 соединить. Есть. И 7 тогда уровня я 5 смогу соединить дракончиков. Отлично. Ну вот теперь космический 2 уровень. Так. А горгулечка 2 уровень. Еще целых 10 соединений. Еще горгулечка. Природный. 5. Первый уровень. Это мы сейчас покупали яйца. Видите, я их покупаю, покупаю, покупаю. Потихонечку они собираются. У меня природные дракончики. И 3 уровня 5 собралось. Что монетки довольно-таки быстро собираются. Алые. Первый уровень. Сейчас уже простые остались дракончики. Самые распространенные, которые постоянно получаем, проходя уровни. На карте мира. Калана может подарить яйца этих дракончиков простых, самых
О, и второго класса получим. Сапфирового дракона яйцем. Много у нас гнезд второго класса на этой неделе. Так. Вот, смотрите, 6 в первом гнезде получила. О, уже детеныш бесподобного дракончика. Добро пожаловать в мой лагерь. Остался последний приз, как вы видите. 13 тысяч очков надо набрать. Так, вот еще 7 уровень, 5 могу соединить драконов. Есть травяные. Есть первый уровень. И еще первый уровень. И еще первый. Годится. И второй. Вот по средам какая у меня работа. Второй уровень. И третий травяные собрались. И второго класса получим. У нас закатные. Поздравляем, закатные тоже. Так, там что, уже места нету? Что мне сюда их откинуло? Есть же тут место. Давайте тут будем открывать среди яиц. Четыре опять. Четыре. Возьмем из второго гнезда яйцо. И здесь еще. Итого у меня 9. Да? Сейчас посмотрю, что у нас с закатными. Так, здесь нету во втором ряду. А вот здесь и здесь нету. Значит, придется 3 соединять. Ну что ж, соединим. Одно яйцо наверх потом пойдет. Так, 7 уровня с закатной могу соединить. И вот так вот. Каменные. Первый уровень я вижу. Так, зелененькие. Первый уровень. Еще первый уровень. И еще. Второй. Вот они какие, вампирчики. Я их называю третий уровень. Пятнистые первый уровень. И еще. Так, стоп, то три не съедим. Колючие первый уровень. Еще первый уровень. Так, так, так. Големы, первый уровень. Так, и поганочки. Ой, нет, по 3 не соединяем. Вот первый уровень, по 5. Так. И теперь второй уровень, 5 дракончиков. Так, и теперь третий уровень, 5. Угу. И четвертый. И вот здесь второго класса получим. Как раз таки мухоморные. Вот сколько вы много сегодня смогли увидеть. И как раз я, наверное, смогу получить последний приз. Мне даже звезды не понадобились на этой неделе. Вот так, чтобы получить. Да, сегодня у меня номер 4. Вот и последний детеныш Сиба-дракона. Видите, заодно и привал в лагере смогли пройти. Благодаря событию, я честно скажу. Вот, смотрите, как много яиц во втором гнезде. Вот у меня даже еще лишнее осталось. Значит, всего было, получается, 11 яиц, да? Так, все сделали, и привальчик весь смогли пройти. Отлично, еще целый день и 4 часа. У кого столько нету гнезд второго класса, не получается собрать, можете вот звезды 6 уровня распаковывать. Распаковывая звезды 6 уровня, можно получить там каждый раз по 1600 очков, там почти 9000 очков можно получить звезду распаковку. 6 раз нажать на 1000 с чем-то очков, я уже даже не помню. На прошлой неделе мы как раз с вами это делали. Ну что ж, есть у нас еще немножко времени, идем на карту мира и посмотрим, сможем ли мы пройти какой-то новый уровень на карте мира. Раз в неделю берем новый уровень, у нас кристальные острова 5, следующий уровень. 4 кубка надо, чтобы его сыграть. Давайте попробуем. Ух ты, вот такие вот островки, вернее, один островок, состоящий из частей, как солнышко немножко. Давайте знакомиться с заданием.
Для победы создать восстановленную статую Геи. Звезды. Создайте два светящихся цветочка, камень с клевером и создайте ухоженные пруды. Ну что ж, давайте с чего-то мы начнем. Так. Первое, я вижу, нам надо травушку объединить. Бамс! Да, то, что было очевидно. Теперь яйца. Только 3 яйца могу съесть и получить первого дракончика. Сейчас он распакует нам. О, я смогу цветок получить. Бам. Так, а таинственных облаков у нас нету? Нет, у нас только есть мертвая земля. Мертвая земля. Таинственных облаков я не вижу пока. Вот первая статуя. Расколдовали. Теперь нам нужно цветочек кушать, чтобы сделать вот так вот сердечки и землю восстановить. Мне нужны вот эти цветы для того, чтобы я могла цветок создать, вот чтобы мертвую землю открывать могла. Так, а сколько у меня здесь? Вот такая шляпочка. Сколько у меня таких грибков? У меня, кстати, их только 5. Так что давайте я буду все-таки их соединять тогда по 5, чтобы не сделать какую-нибудь ошибку. Вот так побольше возьмем. И... О! Попросим теперь сделать вот такая хорошая. Вот у меня второй дракончик сейчас появится. Есть. И вот давайте. Один пускай кушает, другой. Вот так вот. Грибочки. Надо еще один грибочек достать. Я пока буду вот эти цветы соединять. Давай второй работай туда. Ты сюда. Вот кости. Это хорошо. Я пока попробую освободить вот здесь вот грибочки. Вот пруды. Так, еще один цветочек. То есть это мертвая травушка, вернее. Так, 5. Есть. Вот тут я вижу еще. Так, этот грибок сюда. Так, 1, 2, 3, 4. Вот так я могу. Та-дам! О! И теперь 5 грибов могу таких объединить. Тут смотрю, что-то все по 5. Нет, а тут 6 тоже есть, на всякий случай. Так, вы пока добывайте, а я посмотрю, как мне сюда пробраться. Вот так. О! Есть. И немножко пойду мертвую землю вот открывать. Та-дам, та-дам. Начнем немножко сюда пробираться. Вот теперь мне камень нужен, чтобы камень открыть. Так. Нам давайте мы грибы вот эти пообъединяем. Тут у нас грибов. Вот тоже кучечка. Вот, не знаю, зачем нам они пока, но тем не менее есть. Так, 3, 4, 5. Вот так. Еще грибочки. Открываем. 3-2 гриба еще. Такие лужицы. Давайте вот эту лужицу откроем. Все по одному очечку. А, лужиц тоже 5. А нам надо сколько прудов собрать? А, нам надо еще цветок один собрать. Вот оно в чем дело. Надо было не соединять. Так, по 5 их соединять. Так, 1, 2, 3. Так, эти, надеюсь, не закончатся. Лужицы, пруды. А сколько прудов нам нужно? Камень с клевером. Ухоженные пруды. Ну, тут написано вроде как 1. Но их тоже здесь 5. Ну, давайте будем тогда соединять 5. Так. Ну, кости. 3, 4. Надо цветка-то надо было 2 создать. Вот. Есть 2 таких. И еще один. 3, 4. А вот травушку нам начали давать. Так, еще одна статуя. Давайте ее сразу расколдуем. А,
тут вот еще один гриб, смотрите, на мертвой земле стоит. Вот вторая статуя. Вот у меня гриб еще на мертвой земле есть. Вот. А, там вот у меня 5 грибов. Вижу. Вот мне грибочек понадобится там. Хорошо, мне осталось только освободить вот эту вот. Так, камень надо сделать. Надо сделать камень нам. Сейчас мы попробуем сделать то, что нам надо. Тут одна скала, я вижу, есть. Нет, вот здесь я могу сделать еще такую вещь. Так, раз, два, три. Дайте мне еще вот тут вот. 4, 5. О, сундук. Посмотрите, сундук дал с цветами. Но я бы все равно уже собрала бы цветочек. Целых 2 тогда соберу. Вот, еще 2 цветка. Первая звезда готова. Так, я могу вот эти вот собрать. Мне нужна еще одна скала, а ее надо получить отсюда. Еще одна скала. Из травы мне нужно. Вот, так что собрала бы все, что хочешь. Так, объединим вот эти вот лужицы. Да? Вот, 2 пруда. Вон они, пруды. Могу объединить потом. Так. Вот, давай. Делай, мне нужно дальше пробраться. Хочу мертвую землю все открыть. А второй дракончик может вот статую мне распаковывать. Так, а пруды? Камень с клевером. А, камень с клевером. Сейчас будет. Вот так. Вот камень с клевером. Второе. Вот. И теперь пруды мне нужны. Вот мне 2 пруда все-таки надо было, чттобы вытащить его. Видите, что 3-ю звезду получили? Так что очень все правильно, что я по 3 соединяла, между прочим. Вот так вот. Теперь звезды все разберем. Вот и все. Можно теперь заканчивать события. Вот здесь этот уровень заканчивать, вернее. Соединяя статуи. Все, сделали все 3 звезды. Вот так что все правильно. Соединяйте по 5. Все нужно соединять по 5, чтобы получилось все правильно. Итак, уровень пройден, все в порядке, все получилось. Посмотрим, что здесь можно. Можно купить источник легенды за 25 самоцветиков. Так, монеточки, деревья, кустарники, кому нужно. Ну и тут всякая мелочь, всякая ерунда. Я монетки только возьму. И посмотрим, что у нас тут дальше. Смотрите, соцветие будет какое-то. Кристальные острова мы прошли. Следующий будет 4. Надо будет кубка, чтобы играть соцветие 1 в следующий раз. Ну, отлично. Оставим на следующий раз. Потихонечку проходим новые уровни. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Желаю вам продвинуться и пройти привал в лагере быстренько, так как я его прошла. И до следующих встреч. Всем пока-пока. До свидания.